Всем привет! Сегодня мы будем строить трехэтажный дом из картона. Трех! Да, и каждый будет жить на своем этаже. Я буду на третьем, потому что я самая легкая. Я второй, потому что мне остается самый нижний. А я во втором, потому что я живу по-настоящему на втором этаже. Ну что, приступим. Для начала нам нужно собрать стеллажи. Это будет каркас нашего дома. Да, это будет каркас. И потом этот каркас мы будем обшивать картоном. Крестик. Поехали. Крестик. Уа. Вау! Тяжелая полочка. Это будет моя кроватевая вещь. Это будет мое одеяло. Окей, договорились. Так, полочки пока в сторону. Эд, бери свое одеяло. А картон нам пригодится обшивать, делать стены. А я займусь уборкой мусора. Тебе помочь? Мусор. Да. Вот где у нас будет наш дом? Давай вот туда чуть-чуть. Это можно в дом использовать. Вот здесь давай. О. Держи. Это держать просто? Просто держи, да. Когда оператор наш сказал, прям из коробок, я подумала, что из коробок. Даже не клеится ничего. Все? Наконец-то! Есть. Кате уже не надо дом, Катя уже вон кровать. Это моё! Даже... А я сейчас тебе твою дам кроватку. Это дети... мою! Уже дети не делят кровать. Сейчас я тебе твою сделаю. Идем дальше. Моё одеялко! Дай мне мою кровать! Ой, вы мои помощнички. Особенно этот. Помощник. Дай мне мою кроватку, пожалуйста. Сейчас, все получится. У меня есть мое одеялко и моя подушка. Я хочу подушку. Бери в мусорке. Бери подушку в мусорке. Дай! Не кочегары, мы не плотники. И что-то там лучше нет. Нет, а мы строители, высотники. Да. И с высоты вам шлем привет. Держи. Ну что, готово? Я нашла кроватку мою. Нет, не готово. Еще часа три собирать. У меня такое кроватка. Эй, удобно. Ой, вы мои помощнички, у меня тут все разлетается, некому придержать даже. Помогите мне. Реально, у меня все разваливается. Подожди, я иду. Где шлепок? Быстренько поднимай, вон. Так. Вот, все, хорошо, держи, чтобы не падало вот это. Окей. Держи. А, мне надо делать. А, короче, капец. Высокий третий этаж. Ой, моя кепочка. О, высоко Катя будет жить, смотри. А? Теперь я не хочу на третьем, я тоже. Я хочу. Значит, Макс будет жить на третьем. Стой, хочу. Папа опять отсоединилась. Хорошо, сейчас все решим. Все исправим. Держите, главное, чтобы не падало. Так вверх не поднимайте просто. Капец. Вот это мы строители. Супер. Плохие. Двоечники. Хотя папа двоечник, потому что мы ничего не строим. Последняя часть каркаса. И последняя часть моего
Есть. О, уже более-менее. Можно ставить полки. Помощнички. Так, дом строим мы или я? Вот, третий этаж. Можно уже залезать спать. Есть. Кровать готов. Кровать моя. Кровать? Моя кровать. Поднимите меня. Так, осторожно. Второй этаж. Я брошу мою кроватку. Мой этаж. А первый может прямо на траве. Я не хочу уже. Мы подушек наставим, чтобы не больно было падать. Нет, я еще не хочу. Куда падать? Вниз. Эй, что ж ты? Макс! Смотрите, я сделала мой огроменный дом. Идите сюда, идем внутрь. Короче, тут есть маленький карпет, чтобы не помазаться. Вот тут. Это моя спальня, я все еще делаю. Вот это моя подушка, вот это одеялка. Вот это мой туалет. Но я реально там не буду делать. А вот это просто... Можно делать такую... Это просто крыша. О, так зачем тогда мы это строим, если у тебя все готово? Ох и помощнички, вы коробки разваливаете. Мы не разваливаем, я делаю Максиму стол, потому что у меня есть даже пикниковые вещи. Да. Ладно, продолжаем. Да. Вы мусор хоть пособираете? Ладно. Я дырку сделал в стуле. Вот это не мусор, это будут мои менюшки. Да, это мои менюшки будут. И одеяло. Не надо. Похоже, уже настроились. Долго еще. С такой помощью, да, еще долго. Ну ладно. Зато есть время построить. Долго еще. Я не знаю, мне кажется, можно уже ничего не делать. Вы уже все сделали. Сколько еще ждать? Что ты там делаешь? Я просто сижу. А я только что построила целый отель. Тут есть маленький домик. Тут есть маленькая палатка. Тут есть скатерть для пикника. Катя, ты все коробки себе стырила. Теперь мне негде сидеть, так что я вот это сделала. Тут есть маленький стульчик и столик со скатертью. Это будут маленькие пиццы. Есть пепперони, маргарита, гавайская. И продолжение сборки. Будь здоров. Спасибо. И никакая стройка не обходится без скотча. Значит, все упадет, если скотчем не смотать, не заклеить. Правильно? Красота. А теперь делаем этажи. Такой широкий. Ну да, ну как же, жить же там надо. Я через тут. Окей. Оп. Кто на самый верх? Я хочу. А там есть крыша на третьем? Нет, крыши не будет. А, тогда я на втором. О, красота. Чем не дом? Каркас готов. Можно примерять. Я первый. Мы еще будем обшивать это все картоном, но сначала надо, примерить. Как он там, по размеру? Посадите меня. Вылезай.
И раз. Ну, становись пока здесь. И выше, давай. Оп. Как ты? Это чтобы тебе не было горячо. Не, мне нормально. Ну тогда сбрасывай его вниз. Можно я сделаю? Катя живет в самой высокой башне, в самой высокой комнате. Отдай мне картон, я им буду накрываться. О, то нам не нужна крыша. Катя может там сидеть вот так вот с картонкой. Макс, не болтай, мне страшно. Пора обшивать, правильно? Да. Опс. А? Иди ко мне. Я тут застряла навсегда. Есть! Ну что, ты была в самой высокой комнате в замке. Это было страшно. Где страшно? Смотри, где ты живешь, как высоко. И как здесь низко. Совсем низко. Не знаю, но там есть потолок, стены, а там ничего. Значит, вперед делать стены. Призываем. Для этого нам понадобится лестница. Она и пригодится Кате влезать на самый верх. Нам пригодится клей. Много клея. И горячий клей. Приступаем. Отлично, начало есть. Быстро получается. Ага, склеивай. Ага. Круто. Ага. Супер. Да, еще. Макс, ну падает. А теперь направляй и будем ставить третий этаж, стены. Okay. А ну, так хорошо? Да. Просто хватает? Да, это для тебя делаем третий этаж. Смотри, тут рука Макса, а ну вытяни. Привет. Это, короче, окно. Ставьте уже. Окей, окей. Так. И хорошо. Ну что, как? Класс. Нормальный домик? Нет, надо переделать. Угу. Что-то немного на одну сторону. Так не пойдет. Окей, переделываем. Ага. Оп. Та-дам. Несем вот так вот, Макс. Так, снесем. Крысу да. Подчинили. Принимай, Катя. Спасибо. А ну-ка, как сейчас будет? Ну, хорошо. Все, она проваливается стоять. Вот так, так. Класс. Так. Как с той стороны? Хорошо. Осторожно. Макс, вот стоп! Так. Не страшно. Ты делаешь, чтобы оно вигл-вигл. Нет, не делаю. А что значит вигл? Болтаться, болтаться. Ага. Ну вот, наша болташка готова. Ну что, нужно закрывать Катин этаж. Стой, где лестница? Я тут застряла. Навсегда. Ты же там живешь, зачем тебе лестница? У меня даже мансардные окна есть маленькие. И тут. Да, чтобы свет заходил домой. У меня тоже крутой этаж. Так, надо закрепить и заклеить заднюю стенку. Па, дай мне клей, я все сделаю тут. Я вот это приклею. Секундочку. И вот это приклею. Крышу. Макс, выгляни на меня. Привет. Ты где? Я вот тут. Я вот тут. Смотри на. А я вот тут. Ты где ты? Так. Вот тебе патроны, вот тебе я клей. Давай. Тут. Ты где? На. Я. Надо наклеить. Вот сюда, да. Вот сюда, давай, наклеивай. Нет. Осторожно. Вот сюда, давай. Кать, вот привет. Сюда. Катя, привет. Кать, вот сюда. Еще сюда. О, отлично, все, хватит, достаточно. И раз. Сейчас фиксируем крышу и потом приступаем к декорациям. Ну еще ж, обои будем клеить. И вот там тоже давай. Давай сюда. Принимай стенку. Спасибо. Заднюю.
Называется фронтон по-строительному. О! Я и стенка готова! Все, осталось зафиксировать этот фронтон, и дом готов, можно приступать к отделке. Ей! Классный домик! Да! Мальчики, я не знаю, как вы, но я уже голодная. Хотите есть? Да-да-да! Да. Конечно, мы уже 4 часа этот дом собираем, можно уже и покушать. А это... ты поделишься? Тайчикин, ладно. Да. Давай что-нибудь нам тоже. А где мой тайчикин? Я выбираю моего. Мой тайчикин. Ага. И мы будем шерить. Это мое. О, роллы. Давай, давай. У меня суши, сэлмон, да, я и роллы. А у меня Калифорния. Все сэлмон. Это у меня. А у тебя вот курица. Давай, Макс. У меня тоже все сэлмон. Окей, это мои авокадо. Твои сэлмон маски. Есть! Сэлмон! Это на потом. Это мое! Это тоже на потом. А что это? Это опять мое. Что там на потом? Ты хочешь мак? Не-не. Я хочу авокадо. Макс хочет авокадовские. Окей. У меня просто есть... Спасибо. Давай, морская капуста. Я люблю это очень такое. Сивица. Взяла, извини, Макс, беру. У меня уже есть. Так, палочки. О, суши, еще вижу суши. Да. Макс, это все мне. Это мне. Давай Максу. Все мне. Мне спасибо. Хватит уже, мне спасибо. Достаточно. Маки. Мочи. Мочи, я хочу мочи. Мангу, я хочу мангу. Еще есть какие-то... Смузи. Что, реально смузи? Хэппи манго смузи. Смузи. Мне, плиз. Ну тогда и на него. Ну что ж ты такая, Жуля? Все прячешь. Давай, открывай коробку и раздавай. Смузи. Ага, спасибо. Смузи. И бананово-клубничные. Смузи. Кстати, трубочки уже не пластиковые, уже бумажные. Окей, один, два. Хочешь васаби? Конечно. О, васаби? Да. Я тут так наемся, у меня 4 вещи есть. Мои суши-роллы и смузи. Ну что, мне всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Немножко соевый соус. Я, честно, не люблю соевый соус. А я люблю. Я соуса. Или с васаби, или просто ем. Я даже пью соевый соус иногда. Mm-hmm. Я больше всех работал, значит, мне надо больше всех кушать. Стой, пап. Я тоже голодный. Mm. Я тоже очень много работал. Дай мне очень прям чекалифорнии на крышке. Я прям лежал в коробке так, ну, долго. Аж устал? Ага. Смотри, у меня попались маки, похожие без огурцов, но они с огурцами. Точно. Держи твои, не дуйся. Спасибо. Окей. Все, давайте кушаем и продолжаем декорировать дом. Слушай, мне уже нравится этот дом. Мне тоже. У каждого свой этаж. Да. Особенно на третьем этаже. У тебя там море не видно? Вообще-то. Не, видно дом с окнами. А у меня собака тут бегает. Гучи, иди сюда. Ты пришла покушать? Иди к Кате. Заходи. Гучи, хочешь огурец? Гучи, огуречек, хочешь? Вот ты моя собака, бери огуречек. Куди моя милавка? Вот так, а где Макс испарился? Она идет искать меня за коробкой. Итак, мальчики, время десерта. Кто что какой на, хочет? Что на десерт? Мочи есть манго, шоколад и чизкейк. Я или чизкейк, или манго. Давай мне шоколад. Кейк. А мне или чизкейк, или манго. Тебе один дам. Па, бери один и обратно. А кому сдача? И может я два захочу? Нет, только один. Смотри, какая командирка. Макс, о. Ты какой, короче, хочешь? Манго или... Это чизкейк? Мочи чизкейк. Клубничный, что ли? Стробери чизкейк, да. Тогда я с манго осталась. Ну что? Всем приятного поедания. Тогда всем по... Мочи. Тогда всем по два. Спасибо. Угу. Пожалуйста, давай. Спасибо. Ну, я хочу один такой, один такой. Окей, тогда ты мне дашь один шоколад. Mm-hmm. А то у тебя будет 3. И один мне. Мы поменялись. Спасибо. Ей! Mm-hmm. Класс.
Макса, ты что, не меняешься? Дай мне один чизкейк. Я не люблю шоколадный. Ну так просто дай один чизкейк. Нет. Окей, приятного. Если ты дашь мне манго, тогда я дам тебе чизкейк. А как же я без манго буду? У меня один только. Ладно, давай доедаем и делаем ремонт. Ага. Окей. Так, выбираем себе обои. Каждый выбирает себе отдельный цвет. Есть голубой, зеленый и желтый. Я голубой. Я желтый. Отлично. Стой, еще есть белый. Белый? Ну, белый как-то совсем простенько. Я голубой, да? Держи. Спасибо. Тебе, Макс, зеленый. Спасибо. Мне желтенький. А белый я не знаю зачем. Ну что, приступаем? Все есть. Вот наш клей, ножницы, кисточки. Все, вперед, короче. Так, я ел кисточку. Стой, подай мне самую большую кисточку, Фрис. Какая хитрая. Большую. Я себе уже забираю. На тебе, большое ведро. Клей это открыть? Так, клей открыт, но тебе же надо сначала подготовить обои, повырезать. Так точно, Мария. Я никогда не клеил обои. А я когда-то очень давно делала, мне кажется. Но я не клею. Ух ты, так они почти на ширину, да? На высоту. На высоту. Макс, а мне кажется, даже не надо ничего отрезать. Вот, взял, намазал стенку, прилепил. Потом намазал, прилепил. Ничего даже не отрезаю. А я буду резать. Катя уже режет. А зачем? Такой маленький. У Кати ножницы. А у всех есть ножницы. Чтобы клеить понемножку на стену. Катя решила делать понемножку. По чуть-чуть. Так, я делаю уже обои. Да, только так, аккуратно. Ты когда-то красил, клеил обои? Нет. Чтобы не было сейчас куда так много. Зачем так много? Потому что... И погнал. Давай. И... А, отлично. Давай. Сразу завоняла клеем. Я же говорю аккуратно. Ну ты же размазывай. Стоп. Ну что ж ты такой, мистер? Грязнулька. Оу-оу. С потолка уже течет. Стой, он что, потолок еще красит? Не надо же. Макс, зачем столько красить? У меня нервов не хватает на этот ваш ремонт. Это просто капец какой-то. Я говорю, а по чуть-чуть, Маш. Ты что, кисточку первый раз в руках держишь? Я, может быть, пол покрашу? Прошу. Спасибо. Аккуратно. Капец. Я ухожу. Капец. Все, пока. Это капец. Надеюсь, сейчас не начнет капать клей откуда сверху на меня. Может быть, будет, не знаю. Пора клеить. А мне еще надо немного. У меня просто есть огроменный блок на стене белый. Хорошо. Но он станет синий. Тебе нравится? Мне нравится. Все, самое главное, чтобы тебе нравилась твоя комната. Это же не просто комната, это этаж целый. Не важно, как много клея, но важно, чтобы она не капала. А я делаю все аккуратно и надежно, как настоящий строитель. Я тоже. Макс, ты ничего не аккуратно не делаешь. Надо быстро клеить. Давай сюда. А у меня какой-то надгрызенный рулон попался. Что это такое? Смотри, кто-то откусил кусок. Это куча была. У меня все так аккуратно. Хочется верить. Я постараюсь тебе поверить. Я не буду смотреть, дабы не нервы свои не портить. О, у меня почему-то высота как раз на рулон. У меня меньше этаж, чем у Макса получается. Ага.
Макс, я все вклею. Что, мистер Свин, да? Или мистер Грязнулькин? И, наконец-то, первую бумажку. Смотри, как много потерял. Уже купил вот этой. Клея. Я уже пожалел, что Максу дал самое большое ведро клея. Что? Да. Что это такое, Макс? Что там у него, бассейн? Да, он весь в клее. У него на глаз клеило. Первая стенка готова. Идем на заднюю. А я только что порезала. Теперь надо еще немного клея. Хотя я буду по маленьким квадратикам. Ой, мои ноги приклеились к полу. Я даже стер полу. Макс, это потому, что ты очень плохой Пикассо. Ага. Клеевый Пикассо. Ага. Я домовой слайм делаю. О май гад. Из дома. Целого. Хорошо, я закончу. Ничего себе, уже? Все? Хорошо. Я только две бумажки приклеила. А уже я немного уже три. Я бумажки приклеил. Напишите в комментариях хэштег Максим Клей Свин. Как тебе капает? Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, у тебя там в уголку на полу. Капец. Мам, выйди из твоего домика. Ай, мои Армани. Капец, они в клею. Хорошо. Я очень много клея случайно поставила на щетку, так что надо быстро работать, чтобы ничего не капало. Я не видел, что там Макс сделал, я туда даже не хочу смотри, смотреть. Смотри, вот этот шедевр. Я попрошу зрителей, напишите в комментариях, как там Макс справился, вам нравится или нет? Ага, должно очень нравиться. Я боюсь туда смотреть, вот честно, вот как-то мне там опасно. Па, если ты хочешь в комментариях что-то написать, напиши хэштег Максим Пикассо Свин. Смотрите на вот этот шедевр. Это не шедевр. Ай, у меня клей на пальцах, я сюда вытеру. Хорошо, что это не так. А, мои ноги! Макс, ты покричала мои ноги, потому что ты их приклеил. Хорошо. Макс, представляю, это бы был суперклей. О, сейчас с потолка будет. Я на бумагу буду. Короче, это у нас тренировка. Теперь даем объявление в газету. Бригада мастеров быстро, но неаккуратно поклеит обои в доме. Так. Я не могу приклеить. Макс, это потому, что ты сильно много клея поставил. Смотри на вот это. Эй, за меня капает, Макс. Реально капает, посмотри. У папы теперь есть очень редкая белая родинка. Так, все да, это очень будет редкая. Мой стул. Так, ну показывайте, что вы там наделали. Посмотри, что вот твой шедевр. Супер шедевр, ты ж порвал вот все. Вот это не приклеил, там порвал. У Кати что-то интересное. У Кати точно Пикассо какой-то получится. Я уже немного Пикассо. На маленькую комнатку. На 3 квадратных метра Макс использовал пол ведра клея. Я в шоке. Не, ну это не шедевр, Макс. Это позорище, реально. Тебя не возьмут на работу клеить обои. 100%. А мне? Тебя возьмут. Но тебя знаешь, что не возьмут? Потому что ты долго делаешь. Ну да, ну аккуратно. Короче, я делаю потолок. Пока вы там за ним капает. Я тебе помогу, па. Не-не-не, спасибо, мне помощь не надо. Не надо, спасибо. Я справлюсь. Макс, ты свой поток убери там, я уже все ноги клею. А у меня нормально, но Максим руку поставил сюда. Капец, я вот не успеваю вытираться, короче, я прячусь. А я
О, будет у меня красивый желтенький потолок. А я не мог приклеить на потолок. Я не мог приклеить на потолок. Там что-то капает, льется, не то что капает, льется, вон. Смотрите, у меня не топит. А, это мое. Смотрите, есть такое немного темно-синее, и потом бело-синее. Катя, от тебя капает? Ой, я упал на клей штанами. Стой, пап, а давайте лица обоили. Я своими не делюсь, у каждого свой цвет. Окей. Ну, просто хотела, чтобы быть немного красочной. Нет! Капает! Ой-ой-ой! Ой-ой! Я сделал смайлик. О, привет! Макс из клея. Па, а давай Максимин этаж будем использовать как мусорка. Зачем? Эй, ноу! Ну, у него есть пленка клейкая, есть височенные обои. Макс, не шатай! Макс, не шатай! Круто! Мне так липко. Это потому, что ты все в клее замазал. No! Окей. Вот это надо как-то закрыть. Мои волосы склеются. Папа, дай, пожалуйста. Что это? Такой рулон? Держи. Приступаем с потолком. Надо вот это выклеить. Это, ну, меня мучает. Волосы склеить. Окей, я даже стену не закончила. Ой, ой, ножницы приклеили. Я почти заканчиваю. Мне осталось кусочек потолка и пол. Я почти совсем закончил, надо вот это заклеить. Ой, а мне надо немного помощи. Мои ноги рвут все. Есть место, но я не знаю, где клеить. О, красота. Сколько можно клеить? Я уже давно закончил. Ку-ку, я уже почти. Посмотрите на мою комнату. Привет. Посмотри на меня. Привет. Красиво, правда? Да. Да. Может, тебя забрать уже оттуда? То ты сейчас приклеишься к полу. Да. Кыш, выходи. Давай. Короче, сам. Выходи. Папа, что мне помочь клеить? Это какой-то Халк. Посмотри на него. Это Халк. Так, а что я без обуви, а? По болоту. Подай мне, пожалуйста, рулон. Всем все подай. А зачем ты вылез? Тебе, чтобы это наклеить, внутрь залезать не надо. Ну, у меня тут клей. Семен Семенович, держи. Пап, когда ты закончишь? У меня уже клей приклеил. Не-не-не-не-не. Стоп. Начнешь клеить, когда я уйду отсюда. А у меня клей осталось. Мало. Мы уже заканчиваем. Кать, прижимай. Есть! Вы наконец-то заканчиваем. Наконец-то заканчиваем, а да. А еще одна вещь. Одна полосочка, вот, и все, сейчас. Три! Два! Один! Мы победили! Мы чемпионы! Все! Наконец-то! Дом готов, Катин тоже. Итак, наши комнаты готовы, прошу оценить. Мы целый день потратили на этот дом. Мы превратились в клейких каких-то чудищ. И завтра мы будем снимать видео 24 часа в этом домике. Мы его еще лучше обустроим, принесем мебель какую-то и будем жить тут. Зрители, напишите в комментариях, чья комната нравится больше. Мне нравится папина или моя. Максимина немного такая. Эй! Извини, Максим, но есть дырки. Чтобы Макса не обижать, можно сказать, что у него она креативная. Ага. Да, креативная. Тяп-ляп. А если вам понравился домик из картона наш,
Ставьте лайк, 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 лайк. И подпишитесь на канал. Да, и пишите в комментариях, какая комната, какой креатив вам понравился сегодня лучше. Ну, всем пока-пока. Пока. Пока-пока.